Sandbox Games. Или игры-песочницы дают игроку свободу действий и перемещения по территории, не ограниченная сюжетом игры. Хаюшки всем, это One Point, передача Sandbox Games. Симулятор начинающего гангстера под названием Saints Row вышел 29 августа 2006 года, релиз который состоялся только для Xbox 360 и разработчик Volition Inc. Игра не просто наступает на хвост правящей в игровых чартах тех времен Grand Theft Auto San Andreas, а просто валится на нее всем своим весом, будто бы показывая Rockstar, как надо было варганить игру про уличные банды. Сразу же после выхода из редактора персонажа с кучей обширных настроек мы попадаем в самую гущу событий бандитских разборок, где наш герой чудом остается в живых и подобранная уличной группировкой под названием «Святые» решает вступить в их ряды. Улицы городка Стилвотер совсем не для слабаков, и первым же делом наш персонаж познает эту жестокую жизнь в виде ожесточенных боев за обладание районами и зарабатывание уважения среди членов банды. Респект наших собановцев зарабатывается путем прохождения основных сюжетных миссий, коих здесь предостаточно, растянуто до времени аж 20 часов геймплея. Но это далеко не все пути зарабатывания вожделенного респекта. Также есть и побочные миссии, начиная от эскорта слуг и заканчивая работой волонтера. Никто не запрещает прогуливаться ночью по городу, выбить дверь ногой близлежащего магазина и вынести оттуда кассу под вой сигнализации. Также ваши друзья не только смотрят на поступки с криминальным налетом, а еще на ваш внешний вид, и за это одаривают тем же уважением. Причем разнообразие одеяний и аксессуаров магазинов города может позавидовать аж сам симулятор жизни The Sims, не говоря уж упомянутый San Andreas. Одна из самых главных составляющих игры — это погони и перестрелки, которые здесь в гигантском количестве и хаотично чередуются между собой. Ближе к началу игры, к сожалению, начинает надоедать, но иногда игра подбрасывает очень занимательные задания. Перестрелки немного однообразные, до жути линейные. Очень понравилось, что оружие в игре не навалом, а небольшое количество разносортных стволов — бит, гранат и так далее. Что, в общем, очень радует. Выбирая ствол под себя, не расстаешься с ним всю игру, кроме определенных миссий. А вот погони, как бы их так не перехвалить, для года, когда еще не вышло GTA 4, они сделаны прекрасно. Преследуя автомобиль с объектом, вы не увидите его скорого исчезания за горизонтом, а сам он от долгой напряженной погони вполне спокойно может въехать в дерево или в любой другой объект и броситься вам случайно под колеса. А автопарк предлагает вам просто огромное количество авто, которые можно либо купить или угнать во дворе, а потом, загнав местный тюнинг-салон, переделать до неузнаваемости. Причем вся эта красота тоже влияет на главную полосочку в игре. С каждым разом, погружаясь в атмосферу очень живого города, начинаешь поражаться, что игра сделана в 2006 году, а показывает такую графику и передает так качественную атмосферу города, на котором проходят войны группировок. Радует глаз и физика объектов, сделанная для того времени просто фантастично. Все бочки, коробки, а также и пешеходы отлетают хоть и не очень натурально, но довольно близко к реализму. Во многом живости происходящему придает музыка, доносящаяся из вашего сверкающего авто или даже из вашего плеера. Заметим, что очень креативное решение покупать музыкальные треки любимого стиля в специальном магазине, и тогда наслаждаться понравившейся музыкой можно на протяжении всей игры, а не только в автомобиле. Но креатив разработчиков не заканчивается на игровом плеере. Здесь есть даже уже привычный телефон, а также в игре отсутствуют аптечки. Да, пополнять линейку здоровья вам предлагается либо едой из местной забегаловки, либо наркотиками, которые свободно продаются в магазинах по городу. Но, впрочем, они немного мешают игровому процессу после их принятия. Игра поставила неплохую планку качества Sandbox игр, хотя бы просто для компании Rockstar, которые смогли перепрыгнуть этот барьер лишь в 2008 году с выходом их долгожданной GTA 4. Минусы Saints Row узнавались с самого начала. Это все спешность выпуска игры под новую консоль, из-за чего мы иногда видим тормоза и странные баги физики. Напрягало то, что в игре кроме автомобиля больше ничего не было. Ни о каких мотоциклов, самолетов и вертолетах с лодками речи и не шло. А сюжет хоть и неплох, но однообразие начальных миссий убивало.
давала охоту проходить игру. Но все же игры, наполненные живностью и даже душой, выходят очень редко. Через 2 года почти в одно и то же время с GTA 4 выходит Saints Row 2, на который никто не обратил почти никакого внимания, занятые прохождением игры от Rockstar. Всем пока, с вами был OnePoint, и не забывайте играть только в хорошие игры. And the money ain't you. And I stand one.